стартовый городок. Все готовы? Старт! Внимание! Так много повторяющихся личностей, блин, которые были на предыдущем забеге, очень много таких. Но вам не показалось, потому что шапка всех титановых. Николай, здравствуй! Вы переживали. О боже мой. Все готово? К моему первому 15-километровому забегу. Зимние держинки. Прикольно, у них какие все молодцы, прям вообще молодцы, молодцы. Выше, выше, я закрылся. Вы готовы, вы заряжены? Да! Мы готовы зажечь этот лес спичками. Устроим здесь местный пожар. Что там через прилетело? А можем музыку погромче? Флиппи. Флиппи. Это лапа. 4, 3, 2, 1. Это организатор. Ура! Ура! Да сейчас найдет, не ссы. Как много народу бежит. Нифига. Блин, а я даже курсить. Какая прекрасная трасса. Практически даже нет трейл, нифига. Прям флэт. Идеально ровная. Бежит. Вот. Это, мне кажется, надолго так не хватит. Вот покемон. На подъемах больше 170, что удивительно. Тут походу еще лыжные состязания проводятся. Оказалось сложнее, чем в прошлый раз. Не знаю, это связано с ОРВИ. И в принципе. Мы тоже умеем снимать, да? Да. Подъемов оказалось немножко больше, чем я хотел. Вроде там 80 метров, что-то такое. Но нахрена. Нахрена. Вот это. Конец первого круга всего лишь. Еще два круга. Молодец!
Он туда дает водичку, Сникерс, банан. Мне кажется, кофе. Черный кофе. Это уже второй круг. Опять это озеро. Ну, здесь еще ветер дует. Ужасный. Вот такая вот красота вокруг. Это уже третий круг возле озера. Осталось где-то 4 километра. Ну какие 4 километра? Вот здесь чуть-чуть спуск, а потом все выше, выше, выше и выше. Была, наверное, самая трудная гонка после Спеги, конечно. Там вообще убийство было. Но здесь тоже такая неплохая. Давай, давай, дави, дави. Осталось, догоняй сзади, давай, давай! Борьба! Давайте, дарите, дарите, дарите. Спасибо. Пожалуйста. А будете? Молодец, поздравляю. Я тоже. Это было круто. Ну как? Умерла? Очень плохо. Очень плохо, я согласен. Вообще отвратительно. Ужасно. Вообще жесть. Вообще жесть. Я, честно говоря, думал, ну что такое там, типа, 8-100 метров? Что за херня там, типа, да? Там каждый раз так пробегают. Две горки вообще адские. А вот это полевая кухня. Конечно же, шашлыки – главный атрибут. Вот. Самое главное, да? Шашлычек. Скажите, тебе понравилось? Слушайте, понравилось.